Так, всем привет. Продолжаем дальше выполнять задание. Так, Нас ждет победа. у нас задание «Наследие Кинария». Цель задания – убить 4 сыновей Кинария, 4 дочери Кинария и 4 кинарийских ботаника по поручению Брайлен Оненой Дани из приюта Солнечного Камня. Так, берем это задание, нажмем «Принять». Так, открываем карту, посмотрим, где их нужно уничтожать. Так, мы на карте увидели, теперь садимся на свой транспорт и давайте поехали Так, мы подходим к месту. И сейчас мы увидим первых нашу первую цель, которую нам нужно уничтожить. Вот этот сад, или как это назвать. Thank you.
Так, вот этот ботаника нужно еще 4 убить. Так. Это кто? Древний союзник. Так, кто там остался? Еще осталось убить нам двух ботаников. И можно сделать задание. Так, еще один. Так, это нет. А вот еще один и все. Так, смотрим. Да, бежим обратно. Там. Где мы брали задание.
Итак, мы на месте. Вот теперь у нас есть завершить. Мы уже выполнили его. Нажимаем завершить и все. Дальше у нас идет сплошное задание. Продолжим дальше. У нас в том ролике. А с этим заданием мы разобрались, прошли его. Так что всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, пока.